вы получаете штраф за самовольное строительство, и стоимость стройки увеличивается в разы. Проект необходим для того, чтобы в первую очередь вы сами поняли, чего вы хотите в процессе работы, и сэкономить деньги. Сначала у нас строят дом, потом разрабатывают проект, а потом получают разрешение на и согласование на все это дело. Если у вас очень много денег, делайте именно так. Но если у вас нет лишних денег, сначала все-таки логичнее и правильно будет заказать проект, либо начать с получения разрешительной документации. Первое. Если вы построили дом без разрешения и без согласования проекта, то вы могли по незнанию нарушить противопожарные и санитарные разрывы между зданиями и размещением дома на участке. Вы можете получить за это штраф. Штраф большой. Второй момент. По решению главного архитектора устанавливается решение либо вам выплачивать штраф, либо сносить незаконное строительство. Ну, естественно, к сносу у нас дело до сноса доходит редко, и поэтому, как правило, ограничивается штрафом. Размер штрафа за самовольное строительство составляет для физлиц от 20 до 50 базовых величин, для ИП от 20 до 100 базовых величин и для юрлиц до 500 базовых величин. Вам нужен проект для того, чтобы удешевить само строительство дома. Многие говорят, что у них там знакомый дядя Вася, который строил уже 20 лет все эти дома, он все знает, как строить, мне проект не нужен, я на этом сэкономлю. Ему выгоднее построить дом дороже вам, то есть выкопать глубже траншею, залить больше бетона, увеличить свой труд и тем самым свою заработную плату. То есть, когда вы заказываете проект, там указывается четко расчет конструкции, глубина заложения фундамента, объем кладки стен. Все это указывается, есть конкретные цифры, которые вы можете посмотреть и сказать, что, ну, что-то мне здесь натворил, зачем мне такое вообще ерунда. Мне тут в проекте указано, сколько нужно материалов и сколько на это расход, и не надо вешать мне лапши на уши. И возникает резонный вопрос, почему я не должен верить строителям и должен верить проектировщикам. Как правило, проектировщикам нет смысла закладывать дорогие решения в проект. И проекты утверждаются главным архитектором и разрабатываются в соответствии со всеми нормативными документами и строительной базой Республики Беларусь. Также, когда вы работаете с организациями и профессиональными архитекторами, они ставят свою подпись за принятое проектное решение. То есть у вас уже есть гарантия, что человек отвечает за то, что он запроектировал. Если при проектировании дома допущены ошибки по вине архитекторов и на стройке это где-то вылезло, да, то есть, допустим, произошло какое-то обрушение конструкции, да, если дом строился в соответствии с проектом, то ответственность несет, в том числе уголовную и административную, архитектор, который разрабатывал этот проект. То есть вы уже конкретно можете предъявить свои претензии к архитектору. Если же вы все-таки решили построить дом без проекта, то, ну, вы должны понимать, что как бы и отвечаете за все вы, и вы уже потом ни своих денег не вернете и ни с кого их не строите.